있고 머리부터 발끝까지 살이 바뀌었어 왜 그랬대 궁금해 죽겠네 왜 그랬대 말해봐봐 좀 Всем привет. Продолжаем проходить Archeage. Я уже какого там 17 левела. Конечно, медленно качаюсь, но ладно, пофигу. На то есть ряд причин. Более существенных. Кстати, Вейс, алло. Понятно, он спит. Так, смотрим, кто у нас тут в Резо сидит. У меня вообще такая ситуация была, короче, смешная. Есть квест один в этом пустыне. Там надо какого-то гнома маленького сформить. Он 17 левела. Ну, то есть плюс один левел к тем, которые там на локации.
Короче, пригласил в пати меня кемпер. В итоге они вместе все убили. Я так чуть постоял, их похилил. И потом дисконнект у меня. Ха-ха. Вообще жесть, блин. В итоге просто так нафармил. Веселая. Весело вообще. Я даже не сказал, типа, Стейнгс там все такое подобное. Ну там рейс закачались, вон там Дэйв Джонс там всякие эти. Это тот, который, по которому ты говорил. Все это. Не буду на стрим выражаться. Да, привет, привет там все. Привет из К2 ТВ, привет Гох ТВ. Продолжаем сейчас качаться нашим любимым. Нашей любимой игре Арчейч. Так, последние изменения вот какие. Я себе, ну, по совету вчера поменял себе ветку с Will на Death. Ну, чуть дымага, конечно, прибавилось. Ну, качаться стало легче, но меня сейчас только что убили, черт. Сейчас я сцену меняю. Опа-на. Ну, бывает, я просто там резнулся. Там, где много мобов. Вместе с квестовым мобом. Главное, чтобы сейчас ничего не лагало. Вот тут уже один из хаосов видно. Хаосов хоть жопа ест. Так. Неужели мне опять инет плохой? Ребят, если мне чуть-чуть подлагивает, то это... Блин. И не секунд. Я кое-что хочу проверить. У всех в той локации это подлагивает. Не-не-не-не, у меня просто инет В может основном еще потому, что там лагать. Я слишком много рейдов. сейчас про стрим говорю. Я сейчас про стрим. А. Просто я тут палю этот... битрейт и тому подобное. Так. Неужели я не добавил его? Черт. Блин, вот эту печальку. Сейчас сейчас стрим вырубить, я хочу кое-что добавить у себя в роутах. Так что не переключайтесь, бывает такое. Народ, вы в ветках разбираетесь, но я так в нескольких, а что? На стриме все. Да, привет, привет там. Ну это на стриме отлично, но как-то. У меня. Сейчас давайте сейчас попробуем. Сейчас я просто хочу битрейт у себя на стриме увеличить. Что-то мне 25 кадров в секунду показывает. Во, все, пошел, пошел, пошел. Нет, сейчас я попытаюсь роута прописать нормально. Так почему у меня, блин, еще что-то как-то непонятно, странно все. Если так. Во, теперь 30-ник. Отлично. Там просто небольшое сейчас обновление было, 75 мегабайт где-то. Вот оно могло что-то тут такое изменить. Я это в окне стримлю. Ладно, пока продолжим что-нибудь менять. Ну и что поменяем? Про какой? Я не все ветки знаю, я только знаю про... Ну так, Devotion я рассматривал так подробно, потому что я хило качаю. Death, вот недавно стал, ну, Artistry. Хотя Artistry я все равно немного так логику не понимаю. Ну вот, конечно, вот, например, вот эта способность, то ли вот это, то ли это, сейчас забыл. Она немного так станет врага, получается, как я понял. Ну, так и прикольно так получается. После чего нажимаем трешку, вот эту мою способность, и все. То есть, мало хп отжирает у себя. Моб. От тебя моб. Так. Вот это нам надо. Неужели я тот квест не прошел? Черт. Да, я не прошел его. Печальку. Вейс, ты сейчас где качаешься?
У какого-то большого города. Ты уже какой-то там 21-й, небось. 22-й. Да ё-моё. Ну ты задрот. Ты сколько уже так задротствуешь, а? Недолго. Недолго это как недолго? С сегодняшнего утра? Часа три. Часа... Не, не веришь, это часа три так играет. Не, я все утро и днем еще спал. Я не верю тебе. Тут квесты просто богатые, и плюс корейцы какие-то слишком раскачанные. Я с ними сразу в группу, и они меня качают. По квестам. А кстати, как эту группу создавать? Ну так вот быстро как-то говорили, что типа оп-оп, можно эту быструю группу сделать. Не знаешь, как это делается? То есть? Ну группу создать. То есть кидаешь всем, кто тут рядом находится. Это рейд. Ну рейд. Ну группа рейд, какая разница? Shift-R. Угу. Какая? Правая, левая? Что-то тут ругаются. Рейз. О чем ты? Да в чате тут написано рейз и что-то по-китайски. Не, ну их натуре и хаосов, и рейсов, ну, очень много. Отлично, этот квест сдал. На официальной форуме Арчей же, по-моему, даже это какая-то темка есть, типа, как отличить русского от иностранца. И как? Я не читал. Переводчик засунул. Спики мне рассказали, я смеялся. Блин, я бы тоже поржал бы. Наверное, сон там офигевает. Сколько русских. И там, кстати, 11 числа... 11 числа новая политика конфиденциальности. Видел, да? Да. И? И чё? Как думаешь? Ну вот я спросил на форуме, чё там подробнее. Мало ли там что-то такое будет. Так, сейчас чатик возвращаюсь, чё там у вас? Скорее всего, новая верификация будет. Верификация снова. Ну, тогда надо сейчас китайца ловить. Корейца, точнее, извиняюсь. Хоть бы стримили, кто играет. Тут пришлось днем и утром корейские стримы смотреть. Ну, днем мы спали. Я лично. Будет ли стан, если наложен баф из ветки? А мне компьютер слишком говно. О, тебе знаешь, ну вот насчет вилла. Хо-хо. Че там так? Ну, сейчас зайди в чат на СК2ТВ, там такой вопрос хороший. Не вариант. Не вариант. Что значит не вариант? Знаешь, такой, короче, вопрос лучше задать на нашем форуме на Гохе. Там есть такие спецы, поэтому особенно. Рейзы с хаосами. Ну, хаоса, может, не так. Ну вот рейзы. Это да. Постоянно как захожу в конфугар, а там всякие непонятные слова на корейском. Правая. Да, я видел. Спасибо. Так. Наконец-то этот дебильный квест прошел. Кстати, а ты видел такие машины, которые по дороге проезжают обычно? Да. Как на них покататься? Не видел? По-моему, просто на них садишься, когда не едут. Ну да, это вам не за скриптом, вон и вов. Ну, это смысла нет, это как маршрутка. Ну давай, шутни насчет маршрутки. Я знаю, ты хочешь. Это все? Молчание? Обожаю маршрутки.
Я думаю, что-то повеселее скажешь. Кстати, я наконец-то на коне нацепил броню. Так что мне теперь конь бронированный. Это который за 10 серебра? А, фиг знает на самом деле. Сколько у тебя золота? 4. Ну, учитывая, что я потратился чуть-чуть так. На сколько? 4, я ж говорю. Я тебя плохо слышу. 4, 4, 4. Так нормально? Он просто вентрилит. Да это я уже услышал, успокойся. Я себе, кстати, волка сделал. Зачем волк тебе? Ну, пэт, он помогает. Ну, если я тоже мог бы сделать, но что-то как-то не хочу. Ты пэта делал из магазина? Ну, то есть покупал его там, выращивал, да? Так? Нет. А как? На 20 уровне квест появляется в девушке неподалеку. А, ну на 20 мне еще качаться и качаться. Но я планирую сегодня где-нибудь до 3 посидеть. Что? До 3 посидеть где-нибудь. Ясно. А, у меня, кстати, к тебе будет разговор, да? Какой? Не надо. На тему. Сексуальные отношения между кенгуру. Тема твоей курсовой? Конечно. Да, хорошо у вас там курсовые. Так. А чё мне сюда-то показывает, что здесь еще кто-то есть? Ага. Блин, вот реально, надо, чтобы они увеличили хотя бы, или более распознаваемым сделали знак квеста над персонажем, а то вообще будет непонятно. Да, кстати. Вообще просто. И еще, знаешь? Это точно. То ли баг, то ли не знаю что. Вот на карте видишь такое, как бы свет светится от твоей точки? Походу это волосы назад, которые... То есть, вот, например, я смотрю... Стоп. Это направление твоего взгляда, куда ты смотришь. Ну да. Только все равно как-то его не понимаю, он смотрит. Стоп. Ну. А, или я туплю. Или тут инверсия ты какая-то. Блин. Там только на лодке можно запутаться, потому что на лодке он смотрит назад, а едет вперед. Ну не знаю. Я наоборот всегда путаюсь. И я тоже путался, я ехал по карте и. Ну что, в воду предлагают, что ли? В шестом квесте, шестой... А, пять. Чё-то кого-то тут пятерых надо убить. И крабиков, случайно. Так. Это нельзя будет ничего с этим сделать. Блин. А, ну я почти угадал с квестом. Гарл уже 33-го уровня. Ты же собирался догнать. Чё ж ты его не догнал-то? Да догоню. Удачи. Еще и... Потоплю. Удачи, я тебе говорю. Ты его не затопишь. Ага, кореец. Постоял сзади, постоял, посмотрел, что я делаю. Решил то же самое сделать. Молодец, что проходит квест. Да, кстати, корейцы вообще такие... Корейцы такие мерзкие, я ж не могу. Вот сегодня меня раз пять могли корейцы спасти, группа стояла. Хоть бы один спас. Они, знаешь, это... Перефармим, короче, моба. Они тебе в отместку смотрят, как ты умираешь.
Не, на самом деле, если с ним поговорить, но я как-то боюсь на весь чат писать по-английски хотя бы даже. Ну, хотя я уже вот себя это ловил. Это сонг, да? М? Да, вдруг это сонг. Пять, пятера. Может еще один собрать? Давайте еще один соберем. Китайцу фармить помешаем. И сразу я доту вспоминаю. Крипы, всякое такое. Фармилой. Что? Фармила, еб... Понятно. Ты сам себя запикиваешь. Молодец. Да. На 50-м точно догонит, 100%. Ну да, когда там Гар уже фулл сет себе соберет, догонит он его. Да фигня, убью его. Одной левой, да? Я поставил себе цели. Я иду к ней. Яйца золотые. Ну, это вторая цель. А, вот за этим вопросом ты ко мне хочешь, да? На консультацию. Нет, по поводу сексуальных отношений между кенгуру. Нет, ну это старая тема. Ты уже писал по ней курсовую, но что-то новое. Так, ладно, поедем на четверочку. Тут пока поближе будет. Уж 7 что-то как-то я не это. Тут на через гору лезть не хочу. Кстати, совет тебе. Перевыполняй всегда квесты. Это и так перевыполняешь. Ну когда как, когда получается. Когда корейцы ну, дают? Всегда. Потому что я еще поначалу не перевыполнял, и сейчас я отстаю от мобов на 2 этих пипец надо убить. Сейчас тут... А, ну, сейчас чего у корейцев ночь? Ну, они сейчас... Ну да, ночью. Сидят только самые... Лагать меньше стало. Сидят только самые отчаянные задроты. Сейчас страна такая. Ну, знаешь, если поменьше лагает, то это уже о чем-то говорит. Да они просто все свалили на другой сервер. Так, а день, ночь, сервера чередуются. Тут убивать-то надо в четвертом квесте, что-то я не понимаю. Туда ли я зашел или нет? Туда ли ты зашел? Не, ну судя по карте, да. Странно как. Я думал, тут мобов надо убивать. Не, все-таки тут этих надо убивать, больших, зеленых и ужасных. Корец все убивает, эту кулу собираю. Хороша стратегия. Ну так и надо.
Так, если он не ехал, я ухожу. Вообще, об этом потом пишут, почему с русскими не хотят играть. Что значит цвета квестовых стрелок? А просто цвета, ну, квест. Каждый этот цвет свой имеет. Ну, так удобнее. Вот внизу стрелочки, направление, где квест удобнее можно сделать. И все. М? Че говоришь? Ты забей. Так, еще надо перевыполнить этот квест, попытаться. Ты, кстати, в курсе, что свою лошадь можно назвать по имени? Да. Но только как-то палиться неохот. Она у меня имеет какое-то китайское название. Ну тебе. Я назвал. Как? Золотые рога? Не знаю, не помню. Золотые копытца. Марти Сайбер. Сибер. Сибер. Сибер назову. Ну-ну. Ну давай, ответь что ли. Ничего, я тебе не буду отвечать, да? Ты мне нужен. Это стратегия... Сейчас. Чё тут? Про зумский ак я ничего не буду говорить, потому что я не знаю. Тут больше их, нам больше. Эта стратегия называется «Ты хил». Да, хорошая стратегия. Вот почему я выбрал хила. Ничего делать не надо, только хилить. Давайте поможем. Бум. О, еще один хил. Девушен. Веточка. Так, стоп. А, четвертый еще здесь надо сдавать или куда сдавать? Гара будет где-то в 22.00, стримитель 23.00, фиг знает. Что-то он в анонсе написал одно время, а получается, что совсем другое будет стримить. Его не поймешь. Ну, лошадь, уйди. Все время путаю эти камни с камнями другими, которые можно для профессии использовать. Смотри, вы, Адольф, у тебя это... Квесты как идут? Плюс один левел к тебе или нет? Ну или по-разному? Плюс три левел. Как это?
Ну я тащу. А, ну ладно. Не, ну ничего, конечно, что я там в одном квесте 16-м, ну 18-го левела босса убил, ладно, нормально. Не, это нормально. Нет, там А вообще вот то, такая что я эпичная. тут пачками убиваю мобов, которые на 3 уровня больше меня, вот это ненормально, мне кажется. Нет, такая прикольная ситуация была вообще. Загнал просто тупо в какую-то скалу этого моба, он просто вот тупо бил. Но, правда, он меня каким-то образом доставал. Но я отхилился тупо. Было прикольно. Это же корейцы такие смотрели, наблюдали на это все. Как ты говоришь. Сурово. М? Сурово. Они Су так не умеют. Они не знают, как в этом, как у... Забыл, инстанс называется в Вове, там где... Еще были тогда только 70-ники. Там с драконами Я еще на этого остров. точно не знаю. Ну, это не знаешь, я забыл. Нес как-то называется этот инстанс. Вот там тоже, особенно на пиратке, загоним куда-нибудь там под текстуры и начинается. Ну, видать, весело. О. Да, конечно, пинг в некоторых местах просто не ахти. Ну, то есть старайся, не знаю, выполнять квесты там, где меньше всего корейцев вообще людей. Да нет, просто даже для способностей некоторых. Просто некоторые у меня долго вот Ну, так вот это из-за исполнение. этого и происходит, то, что много людей. А мне еще кажется за VPN. Чатик, скажи, шикарицы наши. Я не помню. Какой онлайн обычно сервер? Два, я забыл, собрали 20к что ли? Это много. Я Зачем? забыл, честно. Где-то писали уже об этом. На форуме можно найти. Ну, 20 серверов открыли. Еще, возможно, плюс 4 ведут. Ну, это я так в Твиттере почитал чуть-чуть. Возможно. Хотя это не с проверенного, так сказать, источника. Ты на сколько обычно квест переделываешь? На сколько мобов?
Насколько это возможно, настолько и переделывают. Сидишь, все Пока мне не при... переделываешь, пока... переделываешь, переделываешь. Пока Да. корейцы не придут и не свалят, да? Нет, ну там же есть счетчик, который показывает, когда уже переделано и как бы можно заканчивать. Не, ну я понимаю, там же этот счетчик есть, он показывает, насколько ты переделал, а как бы максимальное количество переделываний есть такое тут. Не встречал? Понятия не имею. Что значит питка, нахуй? Извиняюсь за матное слово. Так. Этот мы квест сделали. Ну, еще, может, и переделаем чуть-чуть. Хотя нет, тут сейчас уже корейцы приходят. Ой, зачем я лошадь отпустил? Могу вообще понять, где броню на волка достать. Убивать мобов. Что еще делать? Ее где-то купить можно. Во времена ЛК. А Бёрнинг Крусада там какой? 60-й, по-моему? Я уже честно забыл. Вове. В описании стрима, блин. Ну, у меня просто на этом, на превьюшке, на самом плеере написано Devotion, Death и Artistry. Ну, вот, например, вот. Вот эти ветки я и качаю. А так я еще на Ютубе подписываю. Ну, вот сейчас вот заливал сегодняшние. Вообще записи все заливал, которые у меня есть. Я там подписывал, какие ветки я использовал и зачем. Но я сначала с виллы начал, потом мне посоветовали перейти на дес. Ну так, в принципе, правильно посоветовали, потому что дамага у меня не было, ну, такого нормального, чтобы проходить квесты. Сейчас вот он хотя бы появился. Хотя бы я могу вот свою третью, по-моему, окно вот эту использовать. И вот с этим окно в ад, по-моему, называется. Сейчас точно посмотрю. Окно в ад и свет и тьма. Вот эти так связки очень хорошо, хороший дамаг дают. Неужели мне этих чубриков надо убивать? Походу, да. Видимо, квест никого не убивать. Странно, странно.
Тут квест. Отлично. Жалко нету в этой игре расы гномов. Ты бы хотел... То есть ты хочешь за себя поиграть? Почему? Я же не сказал за себя. Так у тебя такие эротические фантазии насчет этого всего дела. Возможно. Да, возможно. Коротышек ты любишь. Опять эти вопросы, значит, что думаете насчет АА и Mail.ru? Поживем и увидим. Вот что. Так, а что тут надо сделать в этом квесте? Стоп. Блин, еще перец до него, ё-моё. Точнее, до них. Я думал, они тут рядом. Вот тут квест надо брать, ну-ка. А-а-а. Вообще так квесты зароют, что даже не откопаешь с первого раза. Так, лаги. А нет, не лаги. Это у меня вот это окошечко. Надо было делать. Спрячемся за вот этим корейцем.
Ничего, никто пати не принимает. Да, сейчас мы этот квест, походу, будет долго проходить, если тут он есть. Или его уже прошел? Нет, не прошел, тут он еще есть. Боты все. Ох, 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 давай, давай, согрей его, ну. Молодец, по-моему, наш согрел. Блин, а почему шестой не зачли? Ну-ка, где шестой у нас? А, шестой уже там надо делать, нормально. Кого тут убивают? Не спас. Главное, чтобы двоих сразу не... Блин, этого боялся. Можно тупо... Хм.
Есть где показать шмот дисбаланс классов. Тут этот дисбаланс классов. Я даже не знаю, как это сказать. 120 классов в этой игре. Почему же 20 классов? 120 классов. А. Поэтому тут о дисбалансе даже не знаю, как говорить. Тут уж как повезет, кого ты выбрал, правильно ли ты его выбрал. Надо по ситуации качаться. То есть видишь, что тебе дамага не хватает, оп, поменял ветку. Так, где у нас шестой-то? Стоп, шестой. Ну как я сделал, я хотел планировал вообще, ну как бы по конструктору качался. Ну, чтобы тупо хил был. В итоге понял, что мне нужен дамаг. Чуть-чуть хотя бы. В итоге перешел на дес. Ветку. Ага. Во, отлично. Так, куда нам еще? Так, шестой. Не старайтесь меньше умирать, кстати, еще. А другу стоило скинуть? Да не особо. Сколько там стоит? 29 серебряных, по-моему. Ты о чем? В смысле? 29. 29, че? Ну, чтобы ветку сбросить. Ой, не сбросить, а это... Нет, стоп, или поменять, или сбросить сейчас. Заново качать долго. Ну, да. Тут есть понятие, скинуть ветку, ну то есть все очки с нее удалить, или поменять. Так. Ох, какой тут рейд-то у нас большой. Так, надо всем помогать сейчас. Я ж хил как-никак. О, да. Только, правда, залагало. Мой сундук. Земля большая, куда? Пацаны. М? Чё говоришь? Пинга большая, пацаны. Мышка новая. Поэтому не хиляю. Чё это за барон такой? 19 уровень. Ну ладно, попробуем. Ой, зря. Карта, конечно, несколько неудобная. Куда? Не надо на меня агриться. Ну-ка. Нет, иди куда. Нет, моб явно хочет со мной подраться. Но я этого не хочу. Ладно, сделаем по-умному. Отдадим его корейцам. Так, теперь.
Спирт. Ну да. Знаешь, как наказание придумать легко? Как наказание придумать легко? Взял, отдал корейцам. Ой, неужели? Лошадь, уйди. Моё. Наши что-то все куда-то разбрелись. Ой, какой-то барон Мюнхгаузен, ё-моё, вообще. Хо-хо. Скорее, не успел. Фиг цель выделишь. Тебе как, легко цель выделить? Там. Ну ты вражескую. Я про дружественную говорю. А, ты про хилку? Да. Ну, потому что как... Я Вове быстренько так забиндил себе, оп-оп, просто перемахиваюсь кнопочками и все. Тут что-то как-то... Ну ладно, научимся. Пока хилить так особо никого не надо. Пока. Чё-то как-то 18 левел. Не бьет плохо. Только с моей помощью он этого убил. Так. Оправдывайся. Чё оправдываться, все нормально, все так и должно быть. Что ты ничего не делаешь? Да. Куда? Не хочу с тобой драться, отвали от меня. Смотри, ты не заметил, что это тебе сама игра предлагает какой скилл качать? Видел такое? То есть? Ну, вот когда ты левел прокачиваешь, там типа предложение тебе такой-то скилл прокачать. И две кнопочки, да или нет? Не замечал.
кричал что-то. Так, куда нам теперь надо? Нам надо на семерочку. Выйдем и спать пока. То, что там Гара ПВП обещал, я ничего не знаю, не смотрел его стрим. Я сейчас отдельно качаюсь от Гара. Мы не Гара, это он уже на вулкане. Ты хочешь перейти на тему бомбануло или нет? Нет, вулкан. Я на воду сажусь, она от меня. Ну или не вулкан, ну как-то, какое-то такое название. В общем, первая ПВП-локация, насколько я помню. Меня вода пыталась отвергнуть, но не получилось. Блин, какая же вода прикольная. Ну правда... Вот вы эстонцы тоже часто... Вот вы эстонцы тоже часто топились, и вас тоже часто отвергли. Чё-то как-то не о том, ну ладно. Не, ну конечно, вода не сказать, что супер прикольная. В ГВ 2 она мне больше всего нравилась. Водиться. Загиб. Да, я знаю, что ты хейтер. Я знаю, что ты хейтер. ГВ 2. Че, нам на низ что ли надо? Я так не понял. Все? Это весь квест? Сделать квест за полчаса. Что можно сделать за полчаса? Подрочить. Нет, ну это каждый сумеет. Ну это что-то более... Блин, он так медленно плавает. Ну хотя, смотря какой вес на его спине. Олени обычно у эльфов, так я понял? Да. Значит, все. И, кстати, я не знаю, откуда они берут кинг. Дельтаплан, да в квесте. Я не видел кенгуру. Кенгуру еще не видел. Дельтаплан, да там в квесте, ну, давно уже. Он автоматически появляется на инвентаре, так что смотрите. Но после прохождения какого-то квеста, там сразу такая заставочка будет. Что типа там на деревню нападают. Ну, это где-то... Как там левел был? Он где-то то ли 12-й, то ли 14-й. 10-й. Ну да. Ой, не-не-не, вру, какой 10-й. 10-й это лошадь. Да, 14-й, 15-й. Ну где-то так, да. А теперь я понимаю, почему полчаса на этот квест отводится. Теперь я понимаю. Пока дай... Теперь я точно не понимаю, почему 30 минут. Я думал, что идти. А тут, оказывается, не надо никуда ходить. Ну, обычно это дается... Ах, вообще никогда не понимал, ладно. Ну, что это так и дается? Пытался... Ну, пытался сумничать, но... Нет, ну, мало ли тебе коннект такой, китайцы мешают. Ладно. Скидка на это. Нет, не китайцы мешают, а русские мешают. Кайц. Русские свиньи. Нет, тут уж поаккуратнее. Там нас так можно в кавычках называть. Потому что мы не... Ну, а другие... Чё? Так, третий где нас... Не, ну это шутка, вы понимаете. Я люблю русских, люблю россиян. Верим.
Третий, что ли, здесь? Он меня не будет атаковать? Слава богу, нет. Мне понравилось письмо отдавать этой служанке в замке, помнишь? Прям так в лицо. Анимация такая прикольная была. Я не помню. У меня было. Я помню письмо отдавать, но какая анимация, не помню. Для адовых словопоков. Ну да. Самое главное. Слава богу, в Доте такого нету. Прикинь, что бы было, если бы такое было в Доте. Хотя там квест. Что именно? Ну вот это 30 минут на квест. Вы чё с Дота вообще? Ну тут чатики написали для адовых слоупоков. Мне сразу вспомнилось Дота. Да тебе, по-моему, даже от слова... Ну это не для эфира, но я тебе потом расскажу. Вспомнится Дота. У тебя вечно что-то постоянно сегодня... Всё не для эфира, не для эфира. Не, ну давай я буду говорить эти слова. Только ты выключишь на СК2ТВ, как я понимаю, там не очень любят мат и... Вообще, почему вы люди не любите мат? Ну сейчас он тебе ответит. Ответьте ему, пожалуйста. А то он не успокоится, явно. У него этот вопрос с детства в горле стоит. Мне вообще мне насрать, я просто хотел поднять тонны батхерта. Дельтапланчик, где мой дельтапланчик? Почему нельзя его тут использовать? Совсем что ли офигели? Может, я хочу? Ну ладно, как хотите. Заставили ему просто так спускаться? Не помажорничать. Ты вообще что ли наглый? Моб. Что-то в последнее время мобы борзеют и... Все борзеют и борзеют. Дам себе вам так... Да куда? Он явно хочет смерти. Своей. Блин, двое сагрилось, не надо. Уйдите. Блин, уйдите, ну уйди, уйди, уйди. Ну ладно. Ты хочешь боли, будет тебе боль. Вообще, все великие поэты использовали мат. Ну там, Маяковский, Есенин, Витя АК-47, Джигурда. Я даже не знаю, кто это такие. Все великие. Ну, кроме Есенина. Они слишком велики. Знаешь, что мне не хватает? Обличие кошки и стелс. Кофе? Нет, обличие кошки и стелс. Ну, вы понимаете, о чем я. Нет. Нет? Как так можно, блин. Вот этот мод не мешает. Я, в отличие от тебя, не люблю ролевые игры. Что-то он как-то меня фигачит довольно сильно. Нет, я тебе так просто не дамся. Он мне напоминает Голдфингера, точно. Я смотрю, что-то знакомое. Нет, я сегодня не умру.
Yes. Моё, моё. Че, все, я квест прошел? Шикарно. Отлично. Танк. Ну я как-то не заметил, что мне танка не хватает. То, что мне не хватает кошки с инвизом, это да. Ну вот бронетранспортер бы я не отказался, да? Ну как. Нет, бронетранспортер это только в BF3. Почему нельзя тут это... Тут вроде как есть средство передвижения. Здесь есть лошадка. Нет, здесь есть пони. Нету здесь пони, ты меня обманул, кстати. А что было в начале, а? На 10-м левеле, а? Я сел... Ой, ну на ней нельзя было ездить. Нельзя было ездить. А тебе за это на пони надо ездить? Вспомни главный кодекс. Но это ж пони. Хотя я не смотрю пони, не мне нравится. Это ж мать её пони. Френдшип, все такое. А еще говорит, не смотри. Я не смотрел, просто мне все уши этим уже прожужжали. В универе. Кем поведешься, от того и наберешься. Мне еще чуть-чуть, я буду 18-м. А, теперь я понял. Так, теперь можно выбрать из пассивки или нет. Так, пассивку чуть читаем. Увеличит параметр персонажа, дух на 9%, а это оживляет мертвого союзника, устанавливаем ему 20%. Во, вот это да, вот хорошо. Звонил пони, подло обманул. Кстати, говорят, что это бесполезно. Что именно? Воскрешение? Возрождение. Да. Блин, я в раздумьях. Тут есть две хорошие способности. Какие? Сейчас, я просто смотрю перевод через калькулятор. Че это? Корды, нанося противнику урон. Пишет баф на 3 секунды. Короче, есть типа сосалки, но это у некро на Десе. На ветке Дес. Типа, ну, высасываешь хп у противника и на тебе. Есть воскрешение, это у Devotion. Угу. Не раздумывай. Сосалку бери. Ну, с одной стороны, да. По-эстонски. Когда будем... Да что, стрим не пашет? Какой именно стрим? Стрим работает у меня. Ты попробуй включить для начала. Ну, бывает, бывает. Слышишь, как много девушек нас смотрит, уж поаккуратнее. А то тут есть... Сколько? Целых ноль? Ноль, ну да. Пришли все на Адольфа поглядеть, на живого Адольфа. Ты же тот самый Адольф. Ты же тот самый Адольф.
Нет. Не, жалко. Ну так вот, переходим к варанам. Блин, калькулятор скрыл. Снова ко мне. Ты баран? Да. Вот у меня раздумье, или воскрешение взять, или все-таки эту сосалку взять, извините. Сосалку. Если бы у меня было 1000, я бы взял сосалку. Нет, знаешь, с одной стороны, вот с этого воскрешения можно рейд спасти, но у нас рейда так такого нету, так что логично будет. Но у нас рейд из корейцев. О, рейд из коллег, из корейцев, из коллег. Вот. Ну, корейцы, коллег. Где еще вопросик был? А, ясно. Как много сразу квестов. Ну, тут уже ПВП уж нас идет. Кстати, надо вещи починить. Да это фигня. Что-то это фигня. Сейчас мы им пропишем рецептик. Это не ПВП. Почему ты так думаешь? Ты знаешь, стой так в стороне, кто не проигрывает, ты чик его отхилил, потом второй проигрывает, чик его от... Это, кстати, была моя основная задача, если бы я был хилом. Ты знаешь толк в возвращениях? Это да. Ну да, Адольф из Польши. Это уже как возвращение, можно сказать. Я прав? Что пиздал? Ой, мне что-то тут пишут. А, нет, это по чату пишут. Ой, по какому чату, по квесту. Кошак. Так, нет тут ничего больше такого интересного, что можно испоганить. Нет, вроде. Ладно, пойдем квесты задавать. Ой, путаю кнопки. Я не покупал ак. Я ак честно не покупал. Это только вон, кто сидит со мной, покупал. Расскажи, ну ладно, не будем. Мы не должны эту информацию распространять. А то нас посадят. А знаешь, что на зоне делают? Нет. Тебе хотел по-другому сказать? Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу. Ты там уже явно был. А, ну да, 45-й же год, все, и все дела. Нет, это из фильма «Джей и молчаливый Боб». Что ты смотришь? Фильм Кевина Смита шикарный. Давно у меня не было столько квестов. Стоп, а вот этот восьмой золотой квест, это что означает? Это в группе надо делать, типа? Нет. А что значит золотой квест? Он просто восьмой. Нет, он само название его, ну, текст золотым шрифтом написано. Тут... А, это да. Означает, что у тебя уровень слишком маленький для него. А-а-а. Когда он красный светится, то ты его вообще не пройдешь. Хотя я проходил. У меня сейчас не все золотые светятся, я проходил. Кстати, какие у тебя ветки? Fight, Fortification и Will.
Блин, я давно столько квестов не видел, ё-моё. Прям вообще раздолье полное. Уже на 19 уровень. Шмотки дают. Но тут вроде все. Да, все. По карте легче смотреть. Привыкай, сейчас вообще завален шмотками до 26 уровня. Сори за анонсство, но есть пару вопросов. Когда скинут блок пару... вайп? Насчет вайпа не знаю, возможно его не... Хотя и будет или не будет, не знаю. Не будет вайпа. Блок не снимут, потому что это корейский. Если какого-то серьезного бага не будет найден. Насчет официального подтверждения не было, что Mail.ru будет локализировать Archage. Но подожди, они же там вроде что-то запретили там вот насчет фанатской локализации. Это не знаю, это еще ни о чем не говорит. Официального подтверждения не было, что именно Mail.ru будет локализировать. Ладно, там фан-сайты написали, и какой-то код был размещен на секретной странице Mail.ru, но это еще ни о чем не говорит. На самом деле. Процентов 70. Ну или 60. Да ладно. Не, ну хотя Зандик... А если там будет написано Archage? Не, ну подожди. А если там будет написано Archage, но они об этом официально не заявят? Это будет неправда? Ну, знаешь, это может быть просто пиар, черный пиар-ход. Если они об этом не заявят. Они должны об этом официально заявить. И также разработчики тоже должны заявить. Потому что это контракт, вообще-то. Ну, Зандик мне сказал, что... Тролло, это все-таки будет Mail.ru. Это залет, солдат. Че-че-че? Я тебя сейчас не слышал просто нормально. Повтори свои жабулевые слова. Не буду. Не буду, уже не буду сразу. Что будете делать, пока это новенькое качается с нуля? Знаешь, что я буду делать? Звать корейца на помощь. Вот что я буду делать. То есть? Ну, то есть. О чем ты? Ну, тут спрашивают, что будем делать, если аккаунт забанит? Ну, банить их не будут, их отправляют на верификацию. Да. Ну, у Химеры без проблем с этим, как я понимаю. Угу. Так, ладно, будем качаться, а то мы что-то... Всего лишь 10 часов. Гар скоро должен стрим начать. Ух ты. Вот это квест, вот это офиг... Ну, расскажи подробнее, что у тебя там за квест. Дрова. Дрова убил. Рубить? Умеешь ты дрова рубить, это я знаю. Да. Нет, а что, некр хил? Вот у меня сейчас идея возродилась. Некр, да еще и хил, это же офигеть. Офигенно. Я, кстати, буду себе дом строить. На берегу Средиземного? Конечно. Давай со мной. Ну подожди, ты же ушел там на какой-то 20-й левел от меня подальше. Теперь жди. Пока я докачаюсь. Либо можно корабль построить и отправиться. Лучше корабль, мне кажется. Корабль интереснее. Да я почему-то считаю, что смотри. Нет, подожди, а я почему-то считаю, что если вайпа не будет, то лучше построить сейчас дома корабль и лучше на иллюзии. А ты что, будешь напряжать играть на Корее? Ну, смотри, когда евро появится.
Не, ну мы здесь все равно не будем играть после релиза. В Крусах? Или ты все-таки будешь продолжать здесь Почему? играть? Ну, VPN же всякое такое. Ты еще хрен знает, что будет с аккаунтами на самом деле. Но если что-то будет такое прям очень ужасное, то не буду играть. Это понятно. Мне нравится, как он высасывает ХП. Анимация такая прикольная. Вайпа не Или будет. ты все-таки хочешь на Mail.ru сыграть? Я бы на евро пошел. Ну, я бы тоже пошел. Только кто нас там ждет? На евро? Да. Не, просто на евро прикольнее, мне кажется, будет и так играть. Почему? Потому что это евро. Это не школа ло русская. Извиняюсь, конечно. Русский язык. Надо квест перевыполнить. Почти 23. А что слышно о евро вообще? На евро ничего. Еврики тоже в школах учатся, но у них школы получше. Ничего не слышно. Чё, ничего не слышно? Ну, по поводу евро. По поводу евро ничего не слышно. Только слышно, что в Твиттере пишут все тонг, типа найди паблишер для Веста там или что-то такое вот. Ясно. Ну а сложно разве? Ванги, блин. Главный Ванга у нас Занзик. Не, все-таки игра прикольная. Хоть даже на корейском. Меня, например, в клане средний уровень 20. У меня еще нет клана. Зачем он тебе? Ты одинокий волк. Да, ну. Так, куда тут нас двоечкой-то указывает? Блин, все-таки как не надоел наш провайдер. Двоечка, ну и. Что тут на двойке надо делать? Пять этих убить? Ну ладно. Найдем сейчас какого-нибудь одинокого.
Там нормальный стрим идет, кстати. Отпечаток в душе, как мне поиграл, конечно, вставляет. Меня ты спрашиваешь? Нет, это тут в чате. Высасывает жизнь, так эффектно получается. Тебе всегда нравится, когда кто-то высасывает. Видишь, ты тоже испоганить все и вся. Как истинный ариец. Мне кажется, для этого я и живу. Чтобы все поганить? Да. Почему он кругами бегает? Алло. Иди сюда. Знаешь, кстати, что я заметил? Тут ну. Нет ни одного гребаного негра. Почему? Ты что, не видел, что ли? Ну, тут уже NPC. Были. NPC нет. Есть негры, по-моему. Нет. Да. Ни одного. Ни одного. Нет. Нет, покажи. Покажи, покажи. Тут какие-то ситхи у меня есть. Ой, зря. Не успела. Это будет протереть концепции игры в следующем новую расу негр. Знаешь, блин, как только слово негр появляется, сразу... Скайриме там. А, ну да, Скайриме-то понятно. Нет, ребят, Скайриме же есть. Ребят, стрим не лагает. Ребят, стрим не лагает, я хочу проверить, потому что у меня пипец тут с этим, с битрейтом. Пинг я не знаю какой, на самом деле. Посмотреть даже... Не, если вы скажете, как посмотреть, я посмотрю, конечно. Ну, в принципе, у меня нормальный пинг, судя по... Адекватный. Играть можно.
в слайд-шоу, подлагивает, но это интернет мой. Нет, просто у меня в этом OBS показывает, что битрейт, ну, качество битрейта плохое. Ну, сегодня, да, мне YouTube плохо грузился, вообще все плохо грузилось, можно сказать. Это даже... Хотя есть тут одна мыслишка. А, не будем пока ничего делать. Сейчас до следующего раза, тогда я перезапущу, попробую стрим перезапустить и писать кое-что в команды строке. Хотя мне кажется, даже это не спасет. Вхожу в город, наконец. А как, еще тут как есть македонский цирка. Как македонский. И анимация. А еще у меня есть анимация танца. Пойду в церковь танцевать. Ну ты прям как эти. Заинтриговал. Прям как. Как те. А вот энты вот эти вот, или как их там называют? Очень похоже на ГВ2. Трололо, трололо. Ну чем-то смахивают. Да, 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 они просто взяли и все, спиздили в ГВ2, да? Не, об этом не говорил. Но ты ведь подумал? Нет. Не выйму. Да, какой хороший квест — собрать дерево. Слайд-шоу. И вправду, в церковь можно зайти. Так, ладно, ребят, сейчас я сделаю стоп-старт, попишу кое-что в консоли. Попробуем.